15 апреля свой день рождения праздновала примадонна отечественного шоу-бизнеса Алла Пугачева. Она устроила домашнюю вечеринку в подмосковном особняке в деревне Грязь, собрав самых близких. Среди гостей отметились дочка артистки Кристина Арбакайте с сыновьями Никита и Дэнни. Парни почти одного роста, и если старший внук певицы может похвастаться рыжей шевелюрой, то младший блондин. Мальчишки предстали на редком снимке в деревне Грязь и выглядели внушительно рядом с изящной мамой и звездной бабушкой. В кадр также попали семилетние двойняшки Гарри и Лиза. Младшая дочка примадонны прижалась к маме, а Гарри стоял рядом с Кристиной. На снимке Алла Пугачева предстала в простом домашнем сарафане с фантазийным принтом. После застолья примадонна сыграла на пианино, а Лиза устроила мини-концерт. Для именинницы испекли многоярусный торт, который украсили свечками.